Включен. Ключ. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в музыкальной гостиной у Белого рояля Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки имени Молчанова Сибирского необычайно многолюдно. И это совершенно естественно, ведь мы с вами сегодня встречаем нашего любимого, дорогого гостя. Народный артист России, лауреат международных конкурсов, почетный гражданин города Иркутска Денис Леонидович Мацуев. Наша встреча посвящена презентации первой книги о Денисе Мацуеве, которая называется «Денис Мацуев. Жизнь на крещендо». Артист презентует книгу о себе. Ее автор – известный музыкальный критик и журналист Сергей Бирюков. Впервые он увидел выступление Дениса Мацуева в 1998 году, когда тот стал победителем 11-го международного конкурса имени Чайковского. Последние два года они провели, можно сказать, бок о бок, работая над книгой. Она получилась большая, со множеством фотографий. В книге беседы с пианистом, рассказы его родителей, педагогов, друзей и коллег. Так что собрано много интересных историй. Например, про то, как Денис Мацуев еще мальчиком впервые выступал перед Иветой Вороновой в родном Иркутске. Он тогда очень торопился, играл наспех, был финал футбольного турнира, а он капитан команды. Сразу как отыграл, стал убегать. И тут Ивета Воронова его окликнула: «Стой, киска, ты куда бежишь? Подожди, мы хотим пригласить тебя в Москву». Денис Мацуев «Жизнь на крещендо». Так называется книга. Крещендо – итальянское слово, обозначающее нарастание звука. Я очень рад вас видеть в этом абсолютно светлом и каком-то удивительном таком добром здании. Я никогда здесь не был. Я очень много наслышан об этой библиотеке. Я поздравляю всех тех, кто приложил к этому руку. Это такой наглядный пример, что у нас можно строить в Иркутске новое здание под логотипом «Культура». Понимаете, это очень-очень важно. Мы все очень ждем и надеемся, что в скором времени у нас появится свой концертный зал. Мы на это очень надеемся. И уже могу сказать, что работа идет в очень правильном направлении. Сейчас темп будет нарастать. И вы знаете, вот там ТЭЦ будет заброшен на улице Сурикова и Ленина, на набережной горы, там будет обязательно концертный зал. Это я даже не сомневаюсь. Могу признаться, то, что это не моя идея, это издательство «Музыка» и замечательный журналист Сергей Бирюков, настоящий журналист музыкальный, который действительно очень глубоко знает свое дело. Я очень много раз с ним общался, мы делали разные интервью, вот, но вот так, такие наши встречи на протяжении полутора лет, причем эти встречи были иногда очень короткие, потому что я в Москву иногда заезжаю, бывает так, что на несколько часов с самолета, так сказать, в концертный зал и обратно на самолет. И вот иногда даже вот мы в машине ехали, и вот в машине беседовали о разных темах, многие из которых не входили в мои интервью. Я пытался вспоминать какие-то такие вещи, которых еще не знали. И, конечно же, огромная часть, огромный пласт книги, посвящен Иркутску и моему детству, которое для меня абсолютно приоритетное, как сейчас говорят, и любимое. Для меня это очень трогательные моменты есть, потому что много хорошего было. Я думаю, что в основном хорошее там было. И книжка в основном не обо мне, а книжка о тех людях, которые меня окружали и окружают, о встречах с выдающимися людьми, о работе с ними, о каких-то неформальных встречах. Это книга, настроенная на добро, на позитив. Понимаете, если кто-то ждет там каких-то сенсаций, разоблачений или скандалов, там такого нет. Денис Леонидович, ну, чтобы этот рояль познал ваши руки, и мы сказали, здесь играл Денис Мацуев. Thank you.
сделал так, чтобы эта книжка оказалась в наших 50 наших областных библиотек по всей Иркутской области. Это будет мой дар абсолютно. И в сентябре месяце мы сделаем еще отдельную такую презентацию с Сергеем Бирюковым. Обязательно она будет скоро здесь, ее можно будет приобрести. И в интернете ее сейчас уже можно приобрести. Ну, и, так сказать, я хотя близко, мне больше нравится все-таки живое ощущение бумаги, а не вот это на iPad или на iPhone. С которым мы уже много поиграли в этом году, да? И в Большом зале филармонии в Петербурге, и в Большом зале консерватории в Москве, и в Кремле, и в многих других разных фестивалях. Я считаю, что это замечательный талантливый человек, который делает большие успехи как и в джазовой музыке, так и в классической. Вот мне недавно он поиграл, абсолютно, на мой взгляд, интересный молодой человек, который ищет себя в разных жанрах. Ну, давай попробуем сыграть хабанеро. Знаменитую, которую сделал обработку Георгий Арамович Гаранян.
Я вас поздравляю с Новым годом. Желаю вам счастья, здоровья. Нашего крепкого Сибирского. Подарок на сочельник, господа. Спасибо за подарок. Спасибо большое. Я, знаете, что я свой. Я сибиряк. И никогда из Иркутска никуда не уеду. Прописка у меня будет всегда здесь. А мы хотим, чтобы Денис Леонидович был нашим читателем. Мы ему вручаем читательский билет. Мы дарим книгу нашего земляка Валентина Григорьевича. Приходите к нам еще. Это дебют. Наконец-то не только мы, но и наш рояль дождался. Ура!